В отношениях Республики Коми и акционерного общества «Воркута-Уголь» открылась новая страница, заявил Владимир Уйба после подписания соглашения о сотрудничестве. Главные цели документа – развитие промышленного потенциала Коми, повышение уровня жизни населения, улучшение экологической обстановки в регионе, организация новых рабочих мест, комплексное использование недр и реализация стратегии социально-экономического развития региона на период до 2035 года. В рамках соцпартнерства компания «Воркута-Уголь» профинансирует проектирование Усинского водовода в Воркуте. На эти цели акционерное общество направит 100 миллионов рублей. Сроки реализации проекта 2022-2023 годы. Усинский водовод – стратегически важный объект для заполярного города. Он снабжает водой население, соцобъекты и предприятия. Сама система подачи воды спроектирована и смонтирована в 70-х годах прошлого столетия. На сегодняшний день Усинский водовод имеет износ 98%. Соглашение подписываю. Также Владимир Уйба подчеркнул, что со своей стороны правительство Коми гарантирует компании всяческую поддержку.